Выставку необычных скульптур открыли в Новосибирске. Точные копии животных Сергей Бобков делает из деревянной стружки. Размер, вес и даже количество перьев у скульптуры глухаря, например, такой же, как у живой птицы. Об уникальной технологии создания своих шедевров мастер рассказал Екатерине Макаркиной. Скульптуры из деревянной стружки – уникальное явление. Технологию их создания изобрел лично художник Сергей Бобков. Каждая деталь – ворсинка, перо, шерсть – все делается вручную. И на работу уходит колоссальное количество времени – от полугода для небольших скульптур до нескольких лет. В центре внимания на выставке манул. Больше миллиона деталей. 4 года 7 месяцев ежедневной работы. Из них больше 3 лет кота Сергей Бобков одевал. Каждую ворсинку крепил отдельно. Так ответственно художник подходит к каждой своей работе. Вот, допустим, глухаря, да? Изучаю сначала по фотографиям. Сейчас, слава богу, информация это всякое море. По фильмам, по видео. Вот. То есть изучаешь образ досконально, до всех мелочей. А потом уже, когда вжился, когда сам уже глухарем становишься практически, начинаешь уже работать над тельцем. Учитель труда из сельской школы Красноярского края создает анатомически достоверных животных и птиц уже 18 лет. На уникальную технологию у него даже есть патент. Но публика эти фигуры видит редко. Возить сложные конструкции дорого. Новосибирский музей природы нашел Сергея сам, автору оплатили трансфер и проживание. Теперь у новосибирцев есть шанс не только увидеть работы мастера, но и поучиться у него. Это, конечно, терпение. Это время, это любовь. Я в шоке. Не перевелись еще мастера на Руси. И, видимо, не переведутся никогда. Уникальные, действительно, удивительные произведения. Вместе с необычными скульптурами здесь можно найти много графических изображений птиц Марии Медовиковой. Два автора до открытия выставки знакомы не были. Их объединяет любовь к живому и точность воспроизведения. Художница с детства мечтала быть ближе к природе, как ее любимый писатель Джеральд Даррелл. Я, ну, тоже путешествовала, в принципе, много, потому что я работала в археологии очень долгое время, вот, и тоже там полазила по лесам и горам, вот. Ну, а птичек я люблю фотографировать, как бы, и рисую с фотографией в основном. Коллекцию зверей из деревянной стружки Сергей с сыном создавали как энциклопедию мастерства для будущих поколений. Выставка продлится до середины марта в Музее природы. Екатерина Макаркина, Дмитрий Кабанов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!